задал своим птичкам вопрос, амиго. И в ответ мне донеслось имя Блейк Декстер. Один из тузов на рынке оружия недавно очень интересовался твоей девочкой. Этот самый Декстер живет на последнем этаже отеля Терминус. И его отморозки никого туда не пускают. Но человек твоих талантов наверняка найдет пару способов туда проникнуть. Счастливой охоты! Господи, чувак! Тебя заставили стоять на часах по такой погоде? Жестко! Это ты мне говоришь. Зайди внутрь на пару минут, погреешься. Что тебе за это будет-то? Ты не знаешь моего босса. Проклятый вандал! Никакого уважения к собственности! Будь ты моим мужем, я бы подсыпала тебе яд пива. Как насчет мышьяка Вэлли? Да я бы отрезала твой член. И бросила бы его крокодилам в заварке. Это мне? Тебе, тебе! Наверх нельзя, там закрыто, ясно? Что, простите? Привет, чувак. Можешь тебе слух проверить? Наверху частная территория. Проваливай. Ты вообще слушаешь? Ты, кстати, да мне насрать. Знаешь, есть два типа людей. Что?